Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами будет видеообзор на вот такие два доширака. Муж вот купил два доширака себе и мне. И мы сейчас с вами рассмотрим оба, посмотрим, в чем у них разница. Потому что здесь со вкусом свинины, тут со вкусом курицы. Вот. Ну, вот. Основной, конечно, у нас вот этот будет. Я выбрала зелененький. Ой-ой-ой, там я добавки, ёпки. 4 штуки. Ну, 4, в принципе, это нормально. Я стараюсь покупать продукт, если больше 10 е добавок, все, я этот товар не беру. Какой бы он ни был вкусный, я его брать не буду. Здесь тоже 4. Вот они. И вилочка в наборе. Вот. Так, сейчас. Здесь все так красиво, все. Предыдущий у нас тоже был Big Mac, что-то тоже типа такой же вермишельки. Можете тоже там найти. Опа. Опа. Батюшки, тут даже... Что тут, инструкция, что ли? Ламинария. Что там, 3 плюс обновления. Доширак. Я их все время, кстати, называю роллтонами. Потому что первая моя вермишелька, которую я попробовала, это была роллтон. В детстве. На тот момент мне было, не соврать, лет 9. Батюшка, она даже цветная. О, и здесь тоже. Даже вон рисуночки есть, не просто. Здесь что? Здесь у нас то же самое. Ладно. Запоминаем, где какая. И здесь я уже вижу, кстати, что что-то зеленое. Там что-то оранжевое, по-моему. О! Вилочка. Вилочка здесь, кстати, получше немножко, чем, допустим, в том. Биг Мач, господи, не помню, как он называется. Так, здесь у нас что? Приправа и зелень. Интересно, зелень такая. В таком пакетике. Раньше они были в прозрачных мешочках, а сейчас... Ну и вермишелька сама. Так, давайте добавим. Где у меня ножницы мои? Ножницы. Вот они. Поскольку этикетка зеленая, то и здесь что-то зеленое. Ой, там что-то интересное лежит. Не пойму я вот это вот, что такое. Батюшки ты мои. Это что такое? Кто мне скажет? 2 штуки, только 2. Раньше всегда были. Ну да, вот это вот. Кто-то у меня с курицей. Это курица, зелень. Это не знаю, что такое. Вот это вот мне очень интересно, что же это такое. А, слушайте, это, наверное, свинина. Ладно, тогда это что? Не знаю, короче, что это такое. Попробуем. Положу их тут сверху. Так, это мы положили. А, теперь приправа. Приправа. Насыплю ее тоже всю. Надеюсь, что она не острая. И потом узнаем. Так, это мое. И мужем. Тоже сюда. Так, это у нас бульон приправ со вкусом свинины. И, правда, тут оранжевая, тут красная. И тут лапша. А, господи. Тут зеленушка. И тоже вилочка. Сейчас посмотрим, что у мужа там за зеленушка. Конечно, сейчас мне пришла идея, что можно было бы вот эти маленькие козявки пересчитать. Пересчитайте, наверное, пока она здесь лежит, и мне напишите, сколько. Посмотрим, что у мужа тут. О, а у него 3 штуки таких, смотрите. 4 даже, ничего себе. 4 даже таких штучки, смотрите. Ничего себе.
Что-то у него больше. Какие-то тоже непонятно. Чуть такое. Ва, тут еще чипсинка. Чипсинка. У него морковка еще. У него мало морковки. У него больше. У него больше. И тут у него еще много осталось. Ой, ой, что там еще? Ой. У него еще и чипсы там лежат. Не знаю, может, я со свининой лучше заберу себе. Да, слушайте. У меня как-то более по-простому. Так, ну и свинину саму добавим. А в том, в другом, видимо, он был подороже. У него прям был маленький такой пакетик, вспомните. Ну, посмотрите. Там было мясо вылезло, а здесь вот просто приправа тоже, батюшки. Такая свинина. Кошмар. Кстати, сейчас вот только обратила внимание, здесь вермишели больше, чем здесь. Здесь вот даже видны дырки, вот они. Тут дырка, тут дырка. Вот у меня даже тут пальцы пролазят. А здесь у меня нет. Ну, тут чуть-чуть дырка, но видите, пальцы не пролазят у меня. А здесь вот он прям. Я его не двигала ничего, вот видите. Почему, не знаю. Зато этих козявок больше. Так, пошла я за кипятком. Сейчас будем с вами их заливать. Принесла. Сейчас я эту чуть-чуть сбоку отодвину, чтобы на камеру не парни шел. И добавляем. Добавляем. Вот одна. Немножечко там была. Закрываем. И вторая вот тут сбоку, я ее сейчас налью. Интересно даже мне попробовать, что это такое. Чипсинка какая-то. Что-то у меня стол не ровный, что ли. Чуть-чуть еще. Сейчас мы закроем. И настаиваем. Так, ну вот у нас прошло 4 минуты. Уже даже 5, наверное. Вот, нашла чек. Свинина стоит 37 рублей. Поэтому здесь всяких козявок много. А куриная стоит 29 рублей. То есть разница это дороже на 8 рублей. Вот, и тут здесь поменьше вермишели, как вы помните. Но какие-то козявки, чипсинка здесь. То есть вот 8 рублей здесь. Опа. Ай-яй-яй-яй. Не затопить бы мне здесь все. На вермишель похоже, кстати. Какую-то. Насобирать таких, насобирать. Здесь я... Не запотела камера. А здесь и красивее, кстати, выглядит свинина. Попробуем сейчас вот это. Я скажу, что это такое. Мне самое интересно очень. Это что-то резиновое. Такое... Плохо жуется. Ну, вкусная. У меня есть чипсинка. Ладно, это мужа. Пусть он ее ест. Я уже ему про нее рассказала. Так, здесь у нас котлетка. Угу. Мяско. Чуть-чуть попал бульон. Он такой вкусный.
Где-то мне тут надо ложечку взять. Бульон попробовать сейчас я. Это не любила. Тут я не вижу совсем. Так, ложечку принесла, самую глубокую. Сейчас мы с вами бульончик попробуем. Вот это, конечно, покрасивее выглядит, здесь побольше всего. На 8 рублей как раз побольше. И цвета здесь побольше на 8 рублей. Ну-ка. Теперь вот этот. Ну, такой вкус, да, что-то там курица чувствуется. Какой-то. Островатый. Ой, острый какой. Вот это прям острый, я так и подумала. Раз специя красная, значит он острый будет. Ой, блин, у меня прям в глотке аж. И попробуем, давайте с вами вермишельку. Чуть-чуть будет. Остывать будет долго, а я вот вермишельку люблю теплую, холодную. Сейчас я ее подую. Ну-ка. Мягенькая. Как я люблю. Видимо, передержала чуть-чуть. Вкуснятина. Можно кушать. Вот именно с курицей. А вот со свининой острый. Для гурманов, наверное. Не знаю, хотя бы подписали, что здесь острое. Даже перчика нет, только вот помидорка нарисована. А, да, товар года 2017. Да, 2017, ничего себе. Вот, этот острый. Вот такой у нас с вами был обзор. У меня аж прям острый до сих пор. Подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, какой вам нравится, какие еще вкусы. И напишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я попробовала. Вот, может быть, вы что-то давно хотите купить, но оно дорого стоит, и не знаете, стоит, не стоит покупать, я бы с удовольствием попробовала. Вот, и записала бы обзор. Вот. В принципе, все. С вами был канал Артмания, и всем пока-пока.